Здравствуйте! Магазин Lucid.ru и украшения с желтым топазом. Сегодня мы рассмотрим украшения с желтыми камнями. В основном это фианиты, имеющие цвет желтого топаза. Начнем мы с более простых комплектов и закончим такими более уже активными, длинными, с длинными серьгами и большими кольцами. Начнем мы с вот такой классики. Комплект называется «Рафинад». Цена 3800. Прелестный этот офисный вариант. На каждый день ничего не цепляется, все гладенько, серебро отшлифовано. Что вот так вот, сережки с обыкновенным французским замком. Так что комплект «Рафинад» 3800 на каждый день, чтобы подсластить свою жизнь. Дальше мы переходим к тоже не очень крупный комплект, но уже с подвесными сережечками. Здесь у нас английский замок, мы сейчас будем мерить. Квадратной формы камушек и вот такая на кольце шинка. Видите, шинка имеет орнамент, украшена мелкими фианитами. Немножко похожа на печатку. Так, меряем, как всегда, застежку. Длина крючка получается 0,6. Крючок слегка опущен, вот это видно. То есть будет прикрыта дырочка. Комплект называется «Венгр», стоит 5930 рублей. Так, дальше. Классического вида комплект называется «Акад», тоже английский замок. Крючок сейчас померяем, вот такое колечко. Каплевидной формы камень, огранен со всех сторон, весь искрится и блестит. Называется «Акад», стоит 3980 рублей. Цена просто для такого комплекта смешная. Крючочек здесь не очень длинный, 0,5 где-то. Комплект «Акад» от завода «Циркон». Солнечный желтый топаз. Очень приятно летом и наступающей осенью, когда у нас уже начнут желтеть листья. Так, комплект называется «Элегант». Цена 6980 рублей. Здесь квадратный камень. Посмотрите, какая красота по бокам на шинке. Сережки маленькие, в ушко сядут даже на низкий прокол. Вес небольшой. То есть, опять же, он и на выход его можно использовать, и в каждодневные носки. Прекрасный «Элегант», 6970 рублей. Далее, роскошный комплект «Юдита». Здесь такая цветочной форме окантовка из серебра сделана. Серьги, опять же, на любую посадку. Цена 5470 рублей. Комплект «Юдита». Так. Далее уже более сложный в работе. Явно художники постарались. Называется комплект «Лягушка». Видите, вокруг такой растительный орнамент камушек у нас посажен. И лягушка лапками своими, не знаю, хорошо сейчас видно или нет, такой маленький лягушонок спиной держит камушек в своих лапках, как бы в камышовых зарослях. Высокое достаточно кольцо. Комплект называется «Лягушка», стоит 6620 рублей. Для тех, кто любит такие слегка экзотические украшения. На сережках, сейчас подниму тоже, там, видите, лягушата сидят. Так что компания собралась, называется. Так, дальше смотрим более классические вещи, но тоже уже с доработкой художников. То есть, если те были простые, постепенно по нарастающей рассматриваем более эффектные комплекты. Комплект называется «Дюшес». У шинки тоже, видите, вставлены фианиты. Мочка будет прикрыта. Здесь у нас тоже фианитики стоят. Крючок слегка опущен. Комплект называется «Дюшес». Стоимость 6120 рублей. Померяем крючок. 0,6. Ну, классический прокол. Так, следующий комплект с желтым топазом. Это комплект «Ватикан». Один из любимцев публики. Очень этот комплект у нас женщины любят. По диагонали расположен камень. Вокруг, видите, сколько фианитов. Шинка-то также доработана. То есть, когда вы одеваете кольцо, у вас получается боковой край видно оформленный. Комплект называется «Ватикан». Цена 7490 рублей. Так, английский замок. Длина крючка у нас 0,6. «Ватикан». Далее еще более сложный комплект. Называется «Фламенко».
Здесь шахматная огранка камня с двух сторон. Сережки, вот я вам показываю, огранен камень, поэтому игра цвета и света будет такая эффектная очень. Тоже в серебряных лапках с фианитами по бокам. Здесь французская петля обычная. Комплект называется «Фламенко», 7620 рублей. Вот так играет камушек, я специально его вращаю, чтобы видно было игру на просвет. Комплект «Фламенко» 7620 рублей. Далее мы смотрим комплект, называется «Флоренция». Он из двух цветов, здесь желтый топаз и хризолит. Вот такой узор, посмотрите, у сережек достаточная толщина. Комплект называется «Флоренция», цена 6840 рублей. Тоже боковая шинка доработана, кольцо достаточно высокое, напоминающее печатку. Сейчас уже более яркие пошли украшения, более крупные. Они, наверное, все-таки подразумевают вечернее использование или коктейльные варианты. Комплект «Эсса», цена 7490 рублей. Вот такие вот сережки и колечко «Эсса». Далее, естественно, вечерний тоже и праздничный вариант. Комплект называется «Феста». Серьги в стиле наших русских императриц. Смотрите, длинные такие. Вот такое кольцо. Форму короны напоминает. Называется комплект «Феста». Цена его 7360 рублей. И заканчиваем мы сегодня нашу коллекцию украшений с желтым камнем, с цветом желтый топаз, комплектом «Шарли». Потрясающий комплект. У нас один отзыв очень интересный, покупательница написала. Можно его почитать на сайте. Цена комплекта 9520 рублей. Посмотрите, какое кольцо. Специально его вращаю, чтобы было видно. То есть оно достаточно высокое. Сейчас померю я, сколько оно по высоте получается. 1,5 сантиметра. Свышаться. Вот такие серьги. Вес у серег 26 грамм почти. Тоже они достаточно большие. Комплект называется «Шарли», 9520 рублей. Побалуйте себя желтыми топазами.